Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я решила вот снять видео, как вы просили, фотографии, мои детские фотографии. Если кому-то интересно, оставайтесь со мной. Ну, детские, от детского до подросткового, там 20 лет, может даже 25 есть, я не знаю. Короче, какие-то фотки я нашла тут вот у мамы, да, и я вам покажу сейчас. Смотрите, какой у меня фон, видите? Я почему-то вот фотографии хотела вам показывать именно прям, знаете, вот сидя на полу, чтобы тут был диванчик, да. Ну, кроватка, она как бы, я не могу ее никуда деть. А вот там сзади мой малой. Короче, так как у меня маленькая квартира, мало фонов, мало где снимать, и никуда я не могу маму деть с ребенком, естественно, чтобы снимать. Поэтому мы снимаем все вместе. И там моя мама с маленьким, короче, развлекается, пока я буду вам показывать свои фотографии детские. Так что мы такой семейный, да, с вами будем. Семейный тандемчик. И первое, что я хотела вам показать, это свои детские фотографии. Кстати, я сейчас смотрю, мам, посмотри, так он же на меня похож. Посмотрите, это я, маленькая. Денька у меня сейчас просто копия. Вот. Вот такой же носик у него, такие же глазки. И он вот так же поднимает голову, когда смотрит. И такие же губки. Вот. Я не показываю малого, но я показываю себя. Блин, я даже не смотрела, представляете? Да? Дыня? Дыня, это я, копия в детстве. Вот такая вот улыбака. Он тоже улыбается мне, так мило. А хотите посмотреть мою маму в молодости? Ну вот, где ей было там 30 лет. Вот здесь вот одна маленькая девочка. Я вообще, когда Денька только родился, я говорю, мама, да это... Он, это ты. Вы очень похожи. А вот мама, вот сколько тебе лет? 21 год. Вот моя мама. Красавица. Ну, я не буду много черно-белых детских фотографий показывать. Ну, как бы, не думайте. И пошли черно-белые детские фотографии. Это, короче, я вот тут. Вот, болели уши у меня. Мама вот тут со мной. Поедем по порядку. Вот, смотрите, это вся наша семья. Мама, папа. Братик мой маленький и я. Смотрите, какая я вообще, какая стрёмная. Но я смотрю на себя просто в детстве. Мне кажется, какая-то пацанка была. У меня короткие волосы. В чем это короткие волосы, кстати? Вы не растили мне длинные волосы, чтобы я была такая принцесса? А, да, мама говорит, что у меня были густые волосы, я не любила расчесываться, короче, и поэтому они меня стригли коротко. А вот смотрите, я танцевала восточные танцы. Честно говоря, я не знаю, сколько мне здесь лет. Смотрите, смешная фотка, да? Это сейчас хорошо, мы можем видеть, подредактировать что-то, а раньше же мы фоткались все на мыльницу, и вот знаете, как получится. И, кстати, вот этот костюм свой шила сама себе его, и я его продаю. Вот, восточный. Он до сих пор у меня есть. Мне здесь лет 18... Нет, не 18, 16, наверное. Вот наша вся семья тоже здесь. Я. Длинные перегидрольные волосы. Худые ноги. Посмотрите, какие у меня. Брат мой. Ну, сейчас он, конечно, совсем по-другому выглядит. Ну и мама. Черные короткие волосы. Да, у нее были когда-то давно. Это опять же я. Восток дело тонкое. А вот я в школе училась. Посмотрите, какая худая была. Вот где красота? Вот девчонки, которые учатся сейчас, да, и вот там вот мальчик понравится, спрашивают часто. Ну это же вообще... Хотя я была очень милая. Смотрите, какая. Это типа у нас портфолио было. Это меня сестра фотографировала. Это типа, смотрите, это типа у меня это портфолио мое первое. Да, типа я на дереве такая. Это очень смешно. А это я как Бритни Спирс фоткалась. Но здесь мне уже, да, здесь 16-17 лет. Вот такая вот я была модная. Вот, типа круто на кровати ногами стоять, фоткаться. А, вот как Бритни Спирс. Ну, та фотка тоже как Бритни Спирс. Мне просто говорили часто, что я на нее похожа. И вот я сфоткалась. Это, кстати, постер в туалете висел у моей сестры. А вот я пыталась примерить на себя образы. Другие, видите, я в больших очках, красные губы, вообще что-то на себя напялила, черти что. Кстати, вот эти колготки ужасные.
Я в них ходила и думала, что это, что это красиво. Кошмар. Это из той же серии портфолио. Ну так ничего, фоточки, да? Для такого. А вот мое первое портфолио уже в Москве, когда я начала ходить по модельным агентствам. Вот смотрите. 18 лет. Вот такая вот я. Ну, может быть, вы видели эти фотографии. Но меня здесь так накрасили, что меня не узнать вообще. Да? И мне в модельных агентствах говорили, что нужны эти снэпы для того, чтобы понять, как я выгляжу. Вот эта фотография, это 19 лет мне здесь, и у меня другой цвет волос, видите? 19 или 20, где-то вот так вот. Это для журнала «Ручная работа» я снималась. А, вот это тоже с каких-то съемок, я не помню. Здесь тоже мне 21 год, 20, вот так. Вот здесь вот тоже со съемок. Но здесь я уже такая красотка. Здесь, конечно, мне уже за 20. Это для кастинга фотографировалась на Vasse & Co. Это, как это называется? Ну, знаете, наверное, марку одежды такую. Vasse & Co. А это здесь я замужем была. Мы как раз с мужем куда-то ехали. И я такая деловая колбаса, видите? В машине, в мехах. Это я в Ростов приезжала с Москвы. У одной девочки, с которой мы жили вместе, там собаку, короче, она бросила, как собаку свою уехала, и я ее вот таскала, следила за собакой, мне жалко было. Вот по грибы ходили. Это я замужем была еще давно за своим мужем, в общем, неудачный брак первый. Это вот такая я модница была, смотрите. Это тоже, это все вот 20 лет мне здесь, 20-21. Это типа портфолио 2021, но уже другое немножко, да? Это я уже сама себя вижу, это селфи. Ой, ну эти не буду показывать. Это вот мы гуляли в парке 20 лет мне. Такие фотки ни о чем. А вот, смотрите, фотки, короче, это тоже типа портфолио модное. Это вот, да, 8, это 18-19 лет. Это у моей подруги, бывшей подруги моей, короче, она встречалась с парнем, и у его родителей был большой дом, мы там, короче, везде фоткались, вот они, короче, классные фотки, там был этот, как его называют, большая кровать, это в Москве, это я вообще с журнала такую фотку где-то увидела, вообще заляпанное зеркало, и там, короче, девка была вот так сфоткана, и я такая, вообще смешно, да, ужас. Зато волосы какие длинные, белые, длинные волосы. Это у тех же все родителей, вот мои подруги, парня, вот у них бассейн был, это мы в Анапе отдыхали. Это в Москве одни из первых моих посещений Москвы, я же, конечно, фоткалась. Это все там же в Анапе, на кухне. Вот эти хорошенькие фотки, мне нравятся. А вот эти фотки, это, короче, на, знаете, Nokia такая еще, старая была Nokia, короче, такая выдвижная, слайдер вот у меня был, я не помню модель, это, короче, на него я фоткала, потом распечатала. Какая-то здесь вообще другая, у меня здесь зеленые глаза. Вот она. Вообще, да, лицо другое какое-то? Нос как будто какой-то другой. Я ничего с ним не делала. Да, это не буду. А вот мы с братиком, с моим. Это мы в Анапе. Он у меня там работал, короче, ну это давно еще было, мне тоже здесь 20 лет, а он у меня на 3,5 года меня младше. А, 16, ему 16, а значит мне 19,5, ну да, 20 лет. Вот, он, короче, работал в Анапе там, и мы к нему приезжали с мамой. И здесь тоже какая-то другая все. Вот, это здесь замужем была. Это я только стрижку сделала каскадиком. В персоне, кстати, стриглась. Вот это тоже в Москве, какая-то толстая здесь. Видите, я всегда была блондинкой, вообще не красилась никогда, ничего другое. Это тоже одно из первых портфолио. Ну, короче, ну что скажете, сильно я изменилась вообще, мне интересно. Вот тоже, к портфолио. Вот мы всей семьей, это та же. Там же, в Анапе. А вот мы с мамой. Здесь мне уже, конечно, где-то 23 года, мне кажется. А, маме здесь 45. А если тебе 45, то мне 25.
24. А, вот такая я была шатеночка. Короче, красили мне вообще, ну, в очень крутом салоне красилась. И волосы были очень здоровые. Делали, короче, какое-то силиконовое там вот обертывание с цветом. Короче, волосы так блестели, невозможно. А вот это платье, оно до сих пор, вот которое на маме, оно до сих пор у меня. И представляете, она какая у меня худенькая была, что это сейчас на меня платье. Его чуть-чуть надо подушить, и вот на меня. Вот, мы любили одеваться в Карен Миллен с мамой. Видите, у меня пальто Карен Миллен, у мамы и платье, и сумка, и пиджак Карен Миллен. Тапки Фаби. Вот я раньше одеваться любила. Модно. Показать? Ну и покажу вам свою фотку, как я выглядела, когда выходила замуж. Вот. Вот как я выглядела, выходя замуж. Мама моя в Москве. Я не рассказывала вам о своем браке. Это вообще уже, может быть, и не нужно, потому что первый неудачный мой брак был в 19 лет. Очень много всего неприятного, короче, и мне захотелось все это поскорее забыть, как страшный сон. Но опыт весь, скажу я вам, опыт крутой. Теперь ни один мужчина, который вообще, знаете, вот чем больше боли делают нам мужчины, тем, ну и мы тоже, да, не подарочки, тоже глупые, да, женщины, которые видят какие-то вещи, а может даже и не видят, вот от глупости своей не видят какие-то вещи, потому распадаются браки, бывают, мужчины уходят из семей. Но я скажу вам, что все это в плюс. Главное, знаете, все правильно воспринимать, и тогда будет все супер. И тогда в определенном возрасте, вот, например, 30 лет, да, сейчас 31, нет сомнений вообще, что за человек со мной рядом там или еще что-то. Ну, во всяком случае, я буду очень удивлена, если будет что-то не так, потому что уже с высоты там полета своего какого-то, да, опыта, ты уже, ну, как бы ожидаешь какие-то вещи и понимаешь, что вот за этим следует это, за этим это. И ты становишься внимательной. Вот что развивается за годами. Внимательность. Внимательность и, соответственно, правильные действия. То есть ты уже более по-другому начинаешь думать. Так что не буду вам о браке своем рассказывать, там ничего интересного, но, конечно, я понимаю многих-многих девчонок, так как есть опыт, и поэтому просят советов всегда. Я советую все с удовольствием. В общем, вот такие мои были фотки. Мне интересно, скажите вообще, что изменилось, не изменилось. А вот тоже это, типа, знаете, это в кинотеатре в Ростове-на-Дону. Брюки, кстати, пошили мне по моему заказу. Вообще в очках. Наркоманка какая-то. Вообще. Мне так не нравится. Честно говоря, мне не нравится, как я выглядела. У меня вообще лицо какое-то другое было. Я не помню, что изменилось. Я вообще ничего не делала со своим лицом. Ну, губы немножечко делала там давным-давно. Ну и все. Че, у меня как будто нос другой был. У меня как будто овал лица другой какой-то. Я вообще не понимаю. Че к чему? Вот когда вы растаете, поэтому я и говорю, что когда вы еще молодые, как бы, да, не факт. У нас много в классе, кто были красавицы там первые на деревне. Я не скажу, что сейчас они супер красавицы. А те, кто были наоборот такие, знаете, серые мышки там ходили в очках там и так далее, смотришь, нифига себе вымахала красотка, нифига себе там и одеваться, и краситься, и вести себя умеет, и уже все совсем по-другому. Поэтому те, кто сейчас, у кого сейчас не очень хорошо все в школе, там мало друзей и нет женихов, вы не отчаивайтесь, все у вас еще будет. Я вообще считала, что никому не нравлюсь, страшненько и так далее. Потом как посыпались, потом перебирала, чисто перебирала, самого лучшего себе выбрала. Вот так. В общем, ладно, мне интересно ваше мнение. Больше фотографий, честно говоря, у меня нет, потому что в свое время я выбросила много фотографий. Я периодически, знаете, избавляюсь от хлама какого-то. Мама меня потом очень ругала, говорит, вот. Я говорю, да где мне хранить, блин, это все? С квартиры на квартиры переезжаю. Постоянно эти фотки тысячи. Зайка мой. Ну, такие дела. Ну, короче, таким маленьким семейным коллективом я показала вам свои фоточки, рассказала что-то из своей прошлой жизни даже успела. В общем, если будут вопросы, задавайте в комментариях. Если понравилось мое видео, ставьте лайки. Пишите вообще, что вы думаете, короче, какая я была, какая сейчас, что думаете.
И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Что-то прилипло ко мне.